Татьяна запищала этот момент. Десяточку попить мне лицо. Нет. А зачем ты пойдешь в магазин воровать? Да. Тогда пизды будешь получать. Ну да. Вот так тебе милиция сказала. А вы из милиции, да? Да, 24 года. Понятно. Инвалид войны. Здорово. Сейчас пойдем поворуем. А? Пойдем поворуем сейчас. Поворуй, блядь. Поебало получишь. Мы с Толей тоже как он поедем. Зай, а это, может быть, мы поедем где асфальтированные дороги? Он сейчас боком упадет и все. Вообще, кого? Он боком. Услад. Господи, какой у меня, блядь, аж лицо заломило. Опять? Ой, смотри! У него даже колесики не касались земли, ты видел? Видел, не боюсь. Ой, смотри, у него колесики! Не упадет. Упадет, посмотри. Да куда он упадет-то? Как? Он туда. Не упадет. И вот этот на нас. Ой, что там ездят, дураки? Не боюсь. Все, не упал. Фу, мы обратно здесь не поедем. Все, в жопу, блин. Сейчас полетим. Вот кто так сможет? Никто! Никто так не может, понимаешь?